Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас черговий випуск нашого клубу Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області «Спорт Медіа Клаб Дніпро». Сьогодні у нас в гостях наша легенда, легенда українського і дніпровського футболу Микола Петрович Павлов, котрий ставав чемпіоном у лавах Дніпропетровського Дніпра і заслужений тренер України. Микола Павлов народився 20 червня 1954 року. Заслужений тренер України. Капітан футбольного клубу «Дніпро» 1983-84 років. Чемпіон СРСР 1983 року. Бронзовий призер 1984 року. Загалом у вищій лізі чемпіонату СРСР провів 210 матчів, провів одну гру за збірну СРСР. Головний тренер футбольного клубу «Дніпро» з 1992 по 1994 роки, з яким став срібним і бронзовим призером чемпіонату України. Пізніше під його керівництвом київське «Динамо» стало чемпіоном України, а полтавська «Ворскла» виграла Кубок України. Нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня. Сьогодні будемо розмовляти безумовно про футбол, про ваше життя, про історію згадувати. Нам дуже приємно, що ви у короткий проміжок часу знайшли нагоду приєднатися до нас саме у Дніпрі, то ми вам дуже вдячні за це. І перше моє питання, безумовно, Микола Петрович, як зараз, чим ви займаєтесь і ваші творчі плани? Ну, прежде всего, я хотів би вас всіх поблагодарити за приглашення. Участвовать в этой вашей программе. Плюс я бы хотел бы, и думаю, что такая сегодня будет у меня возможность после ваших вопросов. Вот я не так представлял в свое время свой уход из Днепра, когда я был тренером. Наверное, какие-то возникнут вопросы, которые сейчас я 100% отвечу вам. Питань будет много. Да. Правильно, а не по каким-то слухам, которые происходили. Ну и Днепр для меня непростой город, и не только чисто, если взять спортивных результатов. За все годы после Киева 10 лет прожила здесь моя семья. У нас здесь появилось много друзей, много людей, с которыми меня связывают сейчас до сих пор наши человеческие отношения, не касаясь профессии футбола. Поэтому город для меня очень дорогой, очень любимый и очень значительный в жизни моей лично, моей семьи и моей карьеры. Чем я занимаюсь сейчас? Ну, я везде отвечаю, я заслуженный тренер Украины, еще и заслуженный пенсионер. Так получилось, что после окончания своей карьеры в Киеве мне предложили возглавить Всеукраинское объединение тренеров. Это было в 2016 году, после того, когда Юрий Калитвинцев эту должность покинул. И я дал свое согласие. В перспективе думаю, что я смогу на этой моей общественной работе что-то сделать для тренеров прежде всего. Ну и первым шагом моим было то, что найти было офис для того, чтобы у нас, где мы могли встречаться. И я, имея двух внуков, тоже думал о том, чтобы они чем-то занимались, не на асфальте бегали где-то, чтобы были какие-то там у них условия. Я в городе Киеве объехал, я сам коренной киевлянин, объехал много мест, смотрел, как проводятся соревнования, разные группы. И не думал чисто профессионально, что это как-то может получиться. Только так, для работы для тренеров, чтобы они создавать клуб, за счет родителей финансировать и так далее и тому подобное. Но потом так получилось, что моим соседом оказался Николай Николаевич Лавренко, который известен вам всем по работе в Александрии. Он там работал около 20 лет. И по инфраструктуре, которую он там настроил, я думаю, любые города областные могут взять с этого города маленького пример, потому что там и стадионы, и базы, и поля, и инфраструктура. И этим он занимался все время. И тут он оказался моим соседом по Осокоркам. И я пришел, попросил у него офис. Он мне дал офис гостиницы своей. Потом так получилось, я пришел, ему говорю, вот попал к нему в офис. У него офис там находится в центре города. Я был в офисах у Ахметова, у Ярославского, у Суркисов. То я пришел и увидел, там такая машина, такая красивая у него там все, обстановка, охрана. И предложил ему, говорю, давайте мы как соседи что-то сделаем. У него внук тоже есть, Ваня. Что-нибудь сделаем для своих детей. Площадочку какую-то, то, другое, третье. Он говорит, да, не знаю, посмотрим все. Потом ему задал вопрос, почему вы 10 лет ушли из футбола? И послушал такую
в его глазах пламенную речь. Я говорю, ну это же детки. Ну детки, давай начнем. И так получилось, он меня все время называет провокатором, который его спровоцировал на возврат в футбол. И то, что сейчас происходит с левым берегом, это его детище, но с моей подачи. Тобто зараз ви займаєтесь такими футбольно-громадськими справами? І тепер я, спочатку я був президент, тому що багато було питань кадрових, треба було знаходити тренерів, знаходити ігроків. Все це було на общественних началах, з моєї сторони. Я говорю, треба брати людину, який буде заробляти гроші, виконувати роботу, щоб з нього можна було спрашувати. Що з мене спрашивають, якщо я не працівник? І ми взяли Анатолія Дмитрича Бузника, і він в перспективі потім став головним тренером. Вся така у нас появилась структура, которая уже начинала работать. Но уже потом дальнейшие ходы, когда он начал строить инфраструктуру, потому что у нас там была маленькая одна площадка в школе, и больше ничего нет. И как он строит, я во многих городах, где я работал, всегда старался оставить за собой след не только в результатах, но и в развитии инфраструктуры, стадионы, поля, площадки. Я думаю, что без этого это с собой не заберешь, но таким образом это можно было легко провоцировать руководителей на то, что я хочу это сделать, я с собой не заберу. И я хочу, чтобы это было, осталось после меня. Во всех городах, где я работал, я всегда просил, чтобы мне давали жилье не временное, а постоянное. Если у тебя такой возможности нет, то я добавлял свои деньги, как это было в Мариуполе. 50-50 я купил квартиру. И чтобы все знали, что где я живу, где я хожу, и что я делаю? Чтобы в любой момент мне не могли сказать, он приехал, заработал и поехал. Я думаю, ни один клуб, в котором я работал больше 3 лет, об этом сказать не может. Я всегда был на виду и был всегда доступен и для журналистов, и для специалистов, и не говоря уже для простых болельщиков. Дякуємо, Павло Петрович. Я нагадаю нашим глядачам те, що дискусійна платформа Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області «Спортмедіаклаб Дніпро» працює на майданчику Дніпровського клубу «Січ», який є партнером нашого клубу, також партнер наш 9 канал «Таверна Довбуша». Ми продовжуємо нашу програму. Зараз я хочу перейти до питань наших журналістів, шановні, котрі сьогодні є. А це дійсно спортивні журналісти нашої Дніпропетровської області. Микола Петрович, ну я прийшов не просто не з пустими руками, але з артефактом. Ось, дивіться. Яка перша думка приходить до вас, коли ось ви берете в руки цю книжечку? Це той шанс, який ми упустили, коли могли стати чемпіонами не тільки Совєтського Союзу, в Дніпрі нашої України. Регламент, який був змінений в процесі чемпионатов после первого круга, из-за которого мы не стали чемпионами. Но есть еще один момент, что на регламент-то можно все сваливать. Был еще один момент не спортивного, не футбольного характера. Мы потеряли очки в Харькове, в «Металлисте», которые терять не могли. И я один раз в своей карьере пошел на поводу у футболистов, которые пришли ко мне и сказали, Николай Петрович, они же в сборной там играли, и с металлисты-футболисты из Днепра, если помните, у нас там 8-9, какой-то момент даже до 10 футболистов доходило, которые были в составе национальной сборной Украины. И вот они там, когда там были, о чем-то говорили и договорились, что металлист нам поможет отдать 3 очка, таким образом у нас будет шанс стать чемпионом. Потому что многие там болели не за Киевское «Динамо», а за Днепр. Потому что Днепр в том чемпионате, не потому что я был тренером, но они действительно, по мнению всех специалистов, показывали ту игру, которая заслужила, чтобы они стали чемпионами Украины. Ну вот в этот момент, который кроме до регламента еще мы вступили в Харькове, это могут подтвердить, что много футболистов живых. У меня был скандал с Кандауровым когда-то, когда он написал где-то там, что я в Мариуполе, «Динамо Киев», игру сдавал, договорные игры, меня там обвиняли во всех грехах, и величевцы, и где бы я только не работал. И везде, как правило, обвиняли в таких грехах, что я отдавал какие-то игры. Представляете, если бы я эти игры покупал, то мы давно стали чемпионами, и в карьере у меня была бы еще не одна награда. И вот этот регламент, конечно, мне напоминает о том, что мы упустили тот момент, который, ну, мы сами были виноваты. Николай Петрович, вам тоже маленький сувенир. Вот там ваш детсадик, наш Днепра, ваши фотографии. Да, я вам презентую. И в Киеве там еще мы как встретимся, я вам кое-что там это. Спасибо большое, спасибо. Так, Николай Петрович, у меня такие запытания.
В конце сезона ходили слухи, что донецкий «Шахтер» хочет взять в аренду ваш стадион Левого берега. Это правда? Рассматривается этот вопрос или нет на этот сезон? «Шахтер», у нас есть договоренность, что «Шахтер» будет проводить матчи чемпионата Украины на нашем стадионе. За исключением тех игр, которые будут проводиться во Львове, когда они будут играть в европейских кубках. Это два. Это действительно так, потому что мы в этом году на нашем стадионе провелось больше всего игр. У нас и «Металлист» играл, и играла «Заря», и «Левый берег». И, если помните, несколько игр играл и «Шахтер». Сейчас вроде бы договоренность есть, что у нас будет два клуба участвовать, но играть на этом стадионе, на нашем. Это мы и «Шахтер». «Шахтер». И скажите, мне очень понравился ваш стадион, ваш это. Я как приезжаю, отдыхаю на вашем стадионе. Вот команда чуть-чуть в том году не дотянула, очень интересная команда. Какие перспективы на этот сезон по команде «Левому» будет? Что там, усиление будет? Вы знаете, Николай Николаевич, во-первых, он доверил руководство команды Виталику Первакову, у которого первый год, первая работа была самостоятельно в роли главного тренера. Естественно, какого-то опыта, может, и не хватило того или жизненного, или тренерского, чтобы уже в этом году решить вопрос перехода в премьер-лигу. Но чтобы так акцентировал Николай Николаевич на том, что нам надо обязательно кровь из носа выйти, такого не было. Вот все спортивный принцип, все остальное мы... Если помните, когда за полгода до... Ну, война, когда началась, у нас же была одна команда, одна, потом уже другая полностью изменилась, и руководство все. Что первые полгода, когда они искали игроков, я этим не занимаюсь, когда они искали игроков, первые полгода надо было на тех игроков, которые не будут же нигде играть, они будут только у нас тренироваться и готовиться. Таких игроков очень трудно найти. Все же хотели играть, получать определенную зарплату, потому что когда ты играешь, ты одно, а когда ты просто тренируешься и не играешь, у тебя совсем другие вопросы возникают. И таким образом, я думаю, что, полгода они не были в таком режиме, которые были все остальные команды, не помогло нам в конце и выдержать. Именно концовки нам и не хватило. Ведь в первой части мы обыграли легко и «Инвулец» у нас с крупным счетом, и не уступали «Карпатам» по игре. Только в конце, я думаю, что нехватка опыта вот этого. И чуть-чуть физически мы просто... сдали. Вот ту же команду «Оболонь». Я был на можно было да. перебегать, не перебегать, и мы могли добиться результата. Вот силенок не хватило. И последний вопрос. Вы, это, там внуки у вас подрастают, смена поколений. Брат у вас брал интервью. Я хотел бы узнать, «Левый берег» заявляется во вторую лигу. Ваш, ему, по-моему, 17 лет, да, внуку? Будет ли он играть в какой-то команде? На каком стадионе? Это прерогатива главного тренера. Кикать Павел Николаевич будет у нас. Руководство решило, что он будет у нас главным тренером. И на базе возраста 2007 года рождения будет базироваться эта команда. Плюс у нас должен быть общий заявочный список, куда мы должны внести обязательно игроков первой команды, если хотим мы их исполнить во второй лиге. Но это уже работа тренера, потому что каждый игрок, который находится в первой команде, которого приглашают, если он будет заявлен там, где-то морально будет на него, на меня не рассчитывай и так далее. Вот это уже работа тренера убедить, что это нужно для того, чтобы или будут у вас травмы, или в данный момент вы не попадаете в основной состав. Как это будет происходить, все этого боятся. Мне, наоборот, кажется, что даже если бы у меня такая была возможность руководить, это у меня была бы сразу возможность убедиться при собеседовании с ними, что ими движет. Быть лишь бы в составе или, может, иногда оказаться во втором составе, зато проявить себя, и тренер сможет на тебя реально оценивать. Я за всю карьеру тренера не знаю, сколько игр пропустил дублирующего состава. Я на все игры дублирующего состава ездил. Команда летела на самолете, я выезжал за сутки, за двое. Но у меня был повод бросать команду, я доверял Ивану Дмитриевичу Балану, тому тренеру, который у меня был, на которого я полностью мог положить все обязанность, как на главного тренера. И поэтому я так делал. И поэтому футболисты, которые играли в дублирующем составе, вы знаете, во всех командах, где я был, и они потом добивались результатов уже в первой команде. А второй сын в Лондоне, да? Младший внук у меня. Вместе с дочкой, когда началось сражение, супруга, дочка испугалась.
вторая дочка. Нет, одна уехала с внуком. Но он вторая в структуре стала. Какого клуба? В какой академии? В Лондоне. Он сначала они были в Манчестер-Сити, жили, потом уже переехали в Лондон. Андрей Николаевич просит, чтобы я об этом не говорил. Это большая заслуга Андрея Николаевича Шевченко и Александра Зинченко. Его менеджеры занимались этими вопросами, когда они всем помогали, потом, когда узнали, что это члены моей семьи, то есть, если они приняли большое участие, продолжают до сих пор в жизни моей семьи. То есть смена у вас достойная? Но я пока там не вижу больших футболистов. Ну? У меня будет это, видимо, проблема стоять. Хочу сказати, що сьогодні, мабуть, буде багато питань Ніколаю Петровичу Павлову як тренеру. Але ж ми різного віку тут зібралися. Ще є люди, які пам'ятають Ніколая Павлова як дуже своєобразного футболіста. Був якийсь сезон, зараз я не знаю, в якому це було році, коли велика компанія болівників збиралася, всі ж завжди хотіли бути біля воріт суперників Дніпра, щоб дивитись голи там все. Була компанія болівників, які завжди сиділи за воротами Дніпра. І переходили після перерви за ворота Дніпра. Чому? Тому що практично в кожному матчі Ніколай Павлов виносив падіння через себе м'яч. І вони вскакували все время. В кожному матчі. І ще довго в Дніпрі на різних трибунах вспоминали, що такого самоотверженого і з такою самооддачею футболіста, як був Ніколай Павлов, ну, довго не було. Спасибо. Поэтому вот вам признательность не только как тренеру, но как, я считаю, что великому футболисту Дніпра. Питання, вот уже здесь был перед вами Олег Шилаев, и как бы он был опорный полузащитник. Вы тоже как бы на этой позиции играли. И сегодня у нас в футболе нет таких людей. В сборной вот играют там, это самое, практически из этой зоны все время мы получаем. Вот почему, по вашему мнению, вот вы занимались и дублирующим составом, все же знают об этом. У нас был даже этот, ну, последний, вот Арсений Батахов, который играл опорного полузащитника, потом его переквалифицировали в центрального защитника. А опорных полузащитников так и нет. Но сегодня Брашко еще не набрал, сегодня Степаненко уже сходит, и мы поэтому и летим. Где у нас в футболе опорные полузащитники? Вот целенаправленная работа по... Так это так. Вы знаете, это вопрос больше так, как эксперту. Я в такой роли себя вообще никогда не видел. Если вы заметили, я ни разу, ни на какой студии за все время, как я закончил и когда работал, я никогда не был экспертом. Для себя я когда-то решил, что я не смогу критиковать или давать советы, или кого-то там хвалить. В работе футболиста, в работе тренера столько всего есть положительного и отрицательного, но я считал, что я всегда могу найти в работе тренера больше положительного, чем отрицательного, которое видно вроде бы со стороны. И уже последние 10 лет я футбол смотрю уже как болельщик, а не как специалист. И давать свои оценки тому, что происходит на поле, я бы не стал. Сейчас... Ну, хорошо, в левом береге есть вот такой вот перспективный, сильный, опорный полузащитник? Нет, не вижу. В стране тоже, к сожалению, я не вижу, за исключением той кандидатуры, которую вы назвали, Брашко. Это я согласен. Я в нем я вижу замену тому же Степаненко, который играл в последней игре. Дякую. Роман Лубинський, будь ласка. Микола Петрович, під час вашого тренерства в Дніпрі сталася отака історія, я зараз її розповім. От, наприкінці 88-го року була створена постійно діюча команда ветеранів Дніпра, якою керували Валерій Лапшин і Борис Дановський. Тобто у них було багато ігор завдяки зв'язкам Лапшина, вони дуже добре заробляли. І от восени 92-го року ви запрошуєте команду ветеранів Дніпра зіграти товариський матч з основним складом Дніпра на базі. І програли ми. Ось. В першому таймі рахунок був 4-0 на користь команди ветеранів. Ось. В другому таймі зіграли 1-1, 5-1 матч закінчився. На імпровізованому бенкеті після матчу хтось з пари Лапшин-Дановський, досі різняться, хто саме це сказав,
вимовив таку фразу, мовляв, Миколо, що в тебе за команда така? Давай, прибирай її, ми будемо замість неї грати. Ледь не наступного дня Валерія Георгійовича Лапшина викликають до кабінету Олександра Рачіби, заступника директора Південмашу, який опікувався командою. І пропонують вибір, або ви, Валерій Георгійович, надалі продовжуєте керувати школою Дніпро-75, або ви опікуєтеся командою ветеранів. Обирайте. Ну, при цьому, як Лапшин мені казав, що ви теж були присутні в цьому кабінеті при цій розмові. Лапшин обирає школу. Ось. І після того, як його таким чином усувають від керівництва командою ветеранів значно падають там заробітки, кількість ігор і так далі. От хотілося б, вибачте, ну, додам трохи, що через це дуже багатьох ветеранів до вас негативне ставлення. Хотілося б почути вашу версію цих подій. Лапшин живий? Сьогодні з ним розмовляв, дай Боже йому здоров'я. Пусть мені тоді підтвердить такий факт. У него отношение ко мне изменилось только после того, когда я стал уходить из команды, и перед этим ушел Гена Мороз. Это был его вроде бы воспитанник. Как он оказался в Брицвене, знает Котельников, Царство Небесное, всех, кто занимался переходом, Миша Фоменко. И Лапшин мне позвонил по телефону, уже знали, что я ухожу. И в такой форме сказал, вот там за этого, как его, за Мороза тебе там, а ты ответишь, у меня есть матрос, который сидит в тюрьме, он тебе то-то, другое, третье. На что потом ему сказали, матрос сказал, Коля единственный человек за то время, что я в тюрьме сижу, передавал форму, передавал деньги туда, в зону. Потому что Колины друзья, покойный слесарь, многие авторитетные люди могут это подтвердить, которые еще живы. И поэтому на меня у него был зуб. И потом я ему сказал, если у тебя Голиков живой? Нет. Еще несколько фамилий. Если у тебя Голиков будет на даче работать за счет того, что играет за ветеранов, еще два человека, и на даче выполнять эту работу с утра до вечера, ты будешь использовать их труд, я эту команду ветеранам вообще выгоню, ее вообще не будет. Или будет другой руководитель, который будет деньги, которые в том числе и Днепр выделял, когда я был на ветеранов, будет распределять по заслугам, а не потому, что кто-то у тебя там работает на даче. Использовать тебе живой труд в виде футболистов, которые легендой являются для Днепра, я тебе не позволю. Спросите его. Был такой разговор или нет? И то, что вокруг вот там начинал на меня вот эти все разговоры, только на том, что я ему не давал возможность эксплуатировать труд футболиста. На футбольном поле, пожалуйста. Я сам играл за ветеранов, и со Шнейдерманами, и с остальными. И то же самое могу подтвердить. Об этом я узнал, потому что я с ними играл. И они мне могли сказать эту правду. После того, когда 100 грамм выпьют. А я ему сказал, ему в лицо, пока я здесь, этого не будет. А у Рачибы, чтобы Рачиба выбирал, приглашал меня, чтобы я присутствовал в снятии Лапшина. Такого в жизни не могло быть. Я Рачибу мог пригласить. Он не футбольный человек, он ни в чем не разбирался. Он только помогал от завода, каких-то финансовых вопросов, все остальное. На руководство процессами, которые проходили в футбольном клубе, все могут подтвердить, кто работает в футбольном клубе, непосредственно влиял я. Потому что там многие люди просто самоустранились и просто в клубе были, как свадебные генералы. Поэтому и переход состоялся, потому что если бы там были нормальные, грамотные менеджеры, кто бы позволил такой 5 человек футболистам уйти в киевское «Динамо», не получил за это ни копейки, как все говорят. Но за это получили 10 или сколько футболистов киевского «Динамо», которые перешли в Днепр после моего ухода. Выбор был 10 футболистов. Если новый тренер не брал, это его проблема. В договоре стояли футболисты, которые были выставлены на трансфер в киевском «Динамо», которых могли забрать в Днепр. И Бакай. Вибачте, але їх не забрали до Дніпра. Ковалець досі згадує, що його трансфер до Дніпра тоді коштував більше за всіх в українському футболі. Щось на кшталт 600 тисяч доларів. Ковалець, наших гравців. Коли я входив, Ковалець ще був в команді. Та коли я вже пройшов, потім Ковалець ушов. Коли я вже працював. Ні, я кажу, що Дніпро купив у «Динамо» цих гравців, а ті гравці наші перейшли до Києва безкоштовно. Ну, добре. У Ковальця спросите, купили ви чи ні? Так він каже, я ж кажу, мене купили за такі шалені гроші в «Динамо».
Є такі періоди і у гравців, і у тренерів, і у команди загалом, коли щось іде не так, як хотілося. Якийсь матч, потрібно зламати хід подій, щоб щось по-іншому зробити. Якийсь період з матчів треба переломити, хоча є потенціал це зробити, але щось не виходить. Як приклад, ми бачимо початок виступу збірної України на Євро, матч зі збірною Румунією, перший тайм провальний, другий тайм такий самий, майже нічого Реброву не вдалося зробити під час перерви. Ваш досвід, що в таких матчах потрібно робити, що казати своїм партнерам, можливо, як тренер, що казати своїм підопічним, і що ви робили, коли є такі матчі і є потенціал вигравати, але щось іде не так, незрозуміло що, і треба якось емоційно вплинути на команду. Я думаю, не только я, вообще люди более заслуженные, чем я, никогда не дадут прямой ответ, что делать в той или иной ситуации. Если ты не находишься внутри коллектива, ты не знаешь, как они тренировались, какие цели преследовал тренер, когда ставит тот или иной состав, какая тактика на игру. Не зная этого, со стороны каждый бьет себя стратегом, видя бой со стороны. Такого рецепта, по-моему, нету. Для людей, которые со стороны будут смотреть. Только главный тренер, только он может знать, что происходит и что делать для того, чтобы исправить ситуацию, в которую попали наши игроки, которые сыграли с румынами так неудачно. А як вам вдавалось змінити настрій в команді? Чи ваш досвід був таким позитивним, коли... Може, після першого тайму несколько замін зробити було вже. Може бути, я не знаю. Ну, чим руководствовался главный тренер, я не знаю. Я хотів задати таке банальне питання. Ви багато команд були тренером головним. І як, на вашу думку, як для тренера, ви були строгим тренером чи суворим тренером? Чи якісь були у вас, може, моменти футболістів, які порушували дисципліну? І, може, якісь моменти цікаві розкажіть за когось? Ні, я був авторитарним тренером. В общении с ними, в обыденной жизни, в тренировочном процессе, в играх, в перерыве. Но мне, по-моему, сентиментальнее, чем я, наверное, тренера нет. Я до сих пор смотрю, когда индийские фильмы, я плачу. До сих пор. Сейчас уже не индийские мелодрамы, я плачу. Я там, где есть плохое начало и хороший конец, я плачу. И многие удивляются, зная меня, с такой стороны это близкие мои люди, как я мог руководить таким большим количеством ребят, которые получают большие деньги, которые имеют семьи, имеют свои какие-то взгляды на жизнь, чтобы их переломить и заставить делать так, не как они хотят, а как нужно в интересах команды, клуба, коллектива. Я думаю, что вот так, такой я был. Таким меня помнят. Но для меня всегда была и есть самая важная оценка футболистов не когда они играют и когда заканчивают, а когда проходят годы. И вот когда меня поздравляют, могу и вчера такой случай, когда меня поздравляют бывшие мои футболисты, что они мне говорят, когда у них уже все совсем по-другому происходит в жизни. Они столкнулись с тем, о чем я говорил, о чем их предупреждал. И когда они столкнулись, некоторые были готовы к этому. А некоторые, которые слушали меня и думали, что это для кого-то, они до сих пор жалкое существование. А есть люди, которые работают тренерами. Я думаю, что тех, кто прошел через мои руки, тренеры, наверное, больше всего работают в разных лигах, если посмотреть. Ну і ще питання, як ви довгий рік були в футболі і продовжуєте ще бути. І як, на вашу думку, який був футбол тоді і зараз? Як він трансформувався? Може, еволюція якась пройшла? І я б хотів сказати, може, якийсь був тоді стимул для футболістів і мотивація тоді була така, зараз інша. Як воно змінилося? Як сам футбол змінився? Ну, я-то футболистом могу со своей колокольни говорить, я когда был футболистом, был Советский Союз, все получали одинаково. У кого-то больше, чуть меньше, но это было только у тех, кто или служит в армии, или в МВД. Дополнительные звания были, какая-то перспектива роста была. А остальные ребята были ограничены в каких-то возможностях.
машины, которые давали нам, мы же их покупали за наши деньги. Мы одалживали у членов семьи, у друзей, у кого угодно, чтобы купить такую цель, чтобы в течение недели ее продать и заработать лишние 10-15 тысяч рублей, которые были значительным дополнением к семейным бюджетам ребят. И все-таки те футболисты, которые в Советском Союзе были, получили деньги, что их мама, папа, они работали инженером, получали 140 рублей, то игрок основного состава высшей лиги получал 160 рублей, бывшая самая высокая ставка была. Так его за три дня до игры забирали. Месяцами мы сидели на сборах, мы не по 10-12 дней ездили, как в хорошее время. Сейчас по 40 по месяцу сидят, потому что из-за того, что обстановка, война происходит, что мне не летать часто, не ездить на транспорте. Поэтому тогда был совсем другой футбол. И тренировочные процессы раньше были совсем другие. У нас раньше были методические указания, которые поступали нам из спорткомитета, и мы должны их выполнять. Мы должны написать там определенные тысячу, если память не изменяет, 1300 тренировочных часов. Мы должны расписать по направленности, по целям, по этапам, по циклам подготовки, общеподготовительный, подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, выпускной и так далее. Мы занимались, как правило, у каждой команды высшей лиги, я помню, то были тренеры, которых и приглашали для того, чтобы они могли вести хорошо документацию и писать то, чего не было на самом деле на поле. Там просто занимались бумаготворчеством. А тренировочный процесс сейчас, его ведь до конца тоже невозможно проконтролировать, кто вас пустит в команду, Динамо, Киев, Шахтер, чтобы вы посмотрели, правильно ли работает или нет, и сколько они выполняют, объемы какой работы. Тренеру дают контракт, он в контрактах обязательства гарантирует какой-то результат, ну, образно, и должен его выполнять. И взаимоотношения руководителя и тренера определяют, как правило, правильность. А если у тренера и президента есть еще посредники, то это гиблое дело. Это гиблое дело. Когда главного тренера нет выхода на первого человека. Днепр тому пример. Посредник, пока до главного там дойдет, ситуация появляется такая, которая сейчас. Она же за года в год повторяется. При вашем руководстве, я имею в виду Игорь Валерьевич Коломойский. Ему задают вопрос. Там надо довести порядок. Он говорит, с порядком все могут, мне надо беспорядок. То, что у вас и происходит. Это его говорят слова. Я лично с ним не знаком. Единственным президентом, который я не знаком. Лично. І не искал встречи для знакомства. Микола Петрович, по-перше, дуже раді вас вітати в нашому місті. Також вийшло, що Дніпро для вас стало як місто сили, бо ви тут гравцем були, тренером, що казати, навіть Кубок України виграли саме у Дніпрі. І хай мене пробачать там вболівальники там Маріуполя або Ворскли, але сьогодні, я думаю, колеги підтримують, питання будуть виключно про Дніпро. Мене цікавить Дніпро епохи вже незалежності. Ну, радянське Дніпро більш-менш відомо за рахунок там своїх здобутків. А яке Дніпро було, коли Україна отримала незалежність? От перші роки, що змінилось, які були особливості? Фінансування Південмашу, воно змінилось, стало менше, більше, і всі такі нюанси мене цікавлять. Розкажіть, будь ласка. Ви знаєте, коли я став головним тренером після Євгенія Вікторовича Кучерєвського, я вже був в команді, ну, где-то почти год. 8 марта я приехал в Днепр, в Москву, там на игры чемпионата 91 года, еще был Советский Союз. И я как-то, по большому счету, помогал Евгению Мифоновичу и не вникал во все процессы, которые связаны с финансированием. Я был счастлив, что я вернулся в родной клуб, к семье. У меня маленькие тогда были две дочери здесь. И такое было, до этого были моменты такие, что я мог бы немножко раньше оказаться здесь. Ну, по каким-то причинам, кто выбирали помощника Евгения Мифодьевича, он так поставил вопрос, что тут... Если, я недавно просто давал интервью, мне кажется, что я не хочу повторяться, вы это, наверное, читали, что когда Евгений Мифодьевич ушел, то все как-то вот вопросы вот так сразу раз и вывалились. И мне надо было принимать какие-то решения не только, чтобы команда у меня играла, ведь футболисты все ушли, вы помните, кто остался, и приглашать кого-то, не дав возможности местным ребятам проявить себя, я просто считал, что это будет нехорошо. И тот чемпионат, который начинался, никто не знал, какой он будет, для чего он будет, и будет ли он вообще в 92-м году. И если касается Южмаша, тогда еще остатки какие-то были. Там больше всего клуб финансировал
кооператив, который создал Геннадий Афанасьевич Жиздика, и Александр Петрович Мельников был его председателем. Так вот, софинансирование при мне, я так видел, что начиналось только оттуда. А потом, когда бухгалтерия, там, я уже познакомился с руководителем этими, в администрации, там бухгалтер, с людьми, которые там работали, машины, если помните, там были по контрактам за СОН, за всех остальных должны были прийти, деньги, которые получали, я как-то пытался вас задать вопрос, не знал кому, где она все, вроде бы документы есть, что должно прийти, потом что-то пришло, когда я уже клуб начал трясти. И был момент такой показательный, Зверянский жив, бухгалтер, финансовый бухгалтер был, умер, жалко, конечно, это было. И когда-то они пришли ко мне в гости, мне приезжала моя работа тоже в отделе кадров, они были ровесники все, я недалеко от них ушел. И после какой-то что-то такое, и были они на Ленинградском у меня в гостях здесь. И мы выпили там по 100 грамм, начали разговаривать, и Зверянский мне говорит, тут у меня там 90 тысяч марок лежит в сейфе. Я не знаю, как их опроходовать, кому дать все остальное. Я говорю, как лежат? Ну, там же уходили футболисты, так вот приносили, лежат 90 тысяч марок. Я говорю, ну, как-то я мне сразу раз. И на следующий день пришел, прихожу, говорю, давай мне 90 тысяч марок. Не знаешь, как их оприходовать. И забрал из клуба эти деньги. И начал выдавать футболистам, водителям, работникам по 10 марок, по 5 марок. За то, что кто-то выполнял работу. Они записывали каждую копеечку. За каждую копеечку расписывали. Я так думал, что мне тогда молодой парень думал, я же не ворую деньги, я даю им. Ну что со мной? Ну посадят, да я не знаю, разве за это можно садить? Я выдавал эти деньги премиальные, мы там били за 10 марок, готовы были, мы этих марок и в глаза раньше не видели, это Советский Союз уже только развалился. И вот такое было финансирование. А потом, когда я уже начинал вникать, начал чем-то этим заниматься, мне очень повезло, нам всем повезло в Днепре, что был такой первый заместитель городского головы Куличенко Иван Иванович. И когда я пришел, мне сказали, что не знаю, по каким словам, кто-то на заводе мне сказал, что есть такой человек, он болеет, ходит на футбол, у него возможность в городе может что-то помочь команде. И я пришел в эту самую приемную, записался на прием и с 8 утра там, или с 7 утра сидел, ждал. Он пришел, увидел меня сразу и пригласил в кабинет. Я ему говорю, вот то-то-то, молодые ребята, ситуация такая в городе, может квартиру кому-то дать, может какой-то что-то, садик там, может, чтобы к вам приходили, что-то от команды, все остальное. И с тех пор пошло наше сотрудничество. Потом меня познакомил с Иваном Ильичем Кириленко, заступником Павла Ивановича Лазаренко, который тоже был фанатом и ходил на футбол, сидел в футбол, смотрел под табло. Ему место было под табло, и он мне рассказал, говорит, я не пропустил ни одной игры. Он ни разу не был в VIP-зоне, он никогда не был в раздевалке. Но он в футболе разбирался, поверьте мне. Он был директором в свое время колхоза, так люди, которые у него работали, тоже я там приемный, сидел в очереди, меня узнавали и говорили, Иван Григорьевич там был директором завода, директором колхоза, мы его до сих пор помним, что он разбирался в том, другой, третий. Он начал помогать мне тем, что он меня познакомил с Павлом Ивановичем Лазаренко, который в то время, было ему около 40 лет, мы почти ровесники, он здесь был царь и бог. Я помню, даже в свое время отправлял покой, Петренко Федор Иванович был, работал в клубе, помню. Мы отправляли его в Австрию, Лазаренко собирал коллекции оружия или что-то такого. Мы разрешение были в ГАИ, этого, в МВД брали, чтобы он поехал, купил ему на 40-летие подарок. И вот когда ему подарили на 40 подарок, на 40-летие, приходим в администрацию, чтобы туда попасть, 4 этажа или 5. Очередь была, генералы, академики, профессора, туда не попасть. Спустился Иван Григорьевич и меня провел туда. Павел Иванович Лазаренко, я ему подарил, там мы по 50 грамм выпили в кабинете, все. Он говорит, тебе який капитальный? Я говорю, это хлопцам треба допомогти. Машины у вас там на заводе есть, там на стоянке стоят «Жигули». Он говорит, хорошо. Я нашел потом Фируз Ибрагимович здесь, тоже может подтвердить его. И там компании выкупили все эти машины, 3 машины себе забрали из этих, а остальные мы раздавали футболистам. И это была какая мотивация. 18 квартир за то время, что я готовил, это когда 40-летие было, мы встречались, Иван Иванович выступал и говорил, 40, 18 квартир он дал, будучи мэром головы. А я говорил с ними 25-30, потому что за счет этих квартир давали у кого одна, тому две, у кого две, три. Таким образом, я помню, за счет того, что мне Павел Иванович дал квартиру на, вот здесь, на Ворошилова,
трьохкомнатную, то трехкомнатную я получил, мою двухкомнатную отдали кому-то, однокомнатную отдали кому-то, а потом кто-то еще в городе, в гостинке жили, кому-то еще гостинку. И таким образом мы давали еще и массажистам, и водителям, и всем людям, которые работали в клубе, не только футболистам. И таким образом создавая обстановку, которую, я считаю, за все годы моей тренерской карьеры лучше не было в моей жизни. Потому что футболисты я связываю это с тем, что в Днепре были очень хорошие детские тренеры, в том числе Ветрогонов, если помните, это вы можете перечислить всех, и Дерябко, и Полунин, и Покойный Сосько, и Думенко, и, ну, все, кто были, это его были все воспитанники, и все знают, как я относился к работе детского тренера, которые работали здесь. Мы повышали им зарплаты, помогали и решали какие-то вопросы с помощью той же администрации и обладминистрации. По Южмашу. В Южмаше были самолеты в автопарке, но не было бензина и денег, чем заправлять. И когда мы создали фонд помощи главному тренеру, кстати, мне это тоже помог, Иван Иванович предложил такое. Потом юрист у него был, что-то невеста, Волковский, по-моему, забыл фамилию. Сделали такой фонд помощи главному тренеру, которым я полностью распоряжался. В том числе Сергей Ленич Тегибко. Когда Приватбанк, я по телевизору посмотрел, Динамо Киев, Леоненко дают какой-то приз, стоит или тысяча, или миллион, карбованцев там, тогда, помню, было, Ленинградский, и там Приватбанк. Я пошел, стал в очереди в 7 утра, и сидел же в приемной. И меня не пускали, потому что я тоже записался Павлов, а Павлов был еще директор Мечникова в больнице. И когда ему там дали, положили на стол, сидит Павлов, Тегибко подумал, наверное, опять что-то будет просить для больницы, и меня никто не вызывал. Хорсон Коля, его водитель, пришел, увидел меня, он болельщик же был и сосед по этому Мандриковке. Говорит, Тегибко знает, что здесь главный тренер Днепра? А та говорит, я же не знал, что он главный тренер, не говорил еще. Тогда меня пригласили к нему, и началось сотрудничество с Тегибко. Одним из моментов договора, который я придумал с ним, мы заключили такой договор. Он же болельщик был такой. Ну, в общем, не специфический он был такой парень. Я говорю, кто из вас футболисты вам больше всего нравится? Он назвал там 5-6 футболистов. Я говорю, вот давай 5-6 футболистов в тот фонд, который у меня будет. Каждый месяц вы будете перечислять деньги, и мы будем платить на карточку все официально деньги. А потом при переходе в договор, мы включили такой пункт, что если переходят эти футболисты в клуб, это со второй команды, в первую команду компенсацию получаете вы. Не клуб или кто-то там детский, а вы получаете, как банкир, который вкладывает деньги. Таким образом, он нам очень помогал. А потом стал вопрос, что он хотел стать хозяином команды. Южмаш там что-то такое сделал не так. Мне кажется, они не хотели отдавать ему. Если в то время он взял команду, наверное, бы я точно никуда бы не ушел. Так как после него я пригласил всех футболистов, которые сейчас живы, можете спросить, и Тегибко, и говорю, Леонидович, расскажи твои планы, как ты думаешь строить взаимоотношения с клубом, с футболистами, с игроками, с тренером, с персоналом, то, другое, третье. Он пришел и сразу начал говорить, это рынок, рыночная экономика, будем готовить, будем продавать, будем все остальное. И ребята тоже, Полонин встал и говорит, а если я не хочу, меня готовят к этому продать. И другие вопросы, все. Но ребята думали, у меня был тот момент тогда такой разговор, они думали, что я с ним уже договорился, и мы сейчас там все как в мешке продали, и потом ими будут руководить. Я говорю, ребята, ваше решение будет прежде всего учиться, а потом я скажу свое слово. Но если вы против, то же самое и я. И мы расстались с Сергеем Леонидовичем, больше мы не общались на эту тему. А Южмаш помогал только самолетами, оплачивал все эти деньги из фонда, мой фонд, в лице главного тренера. Я тогда еще помню, всегда помогали покойным Емцу и Жизику, их женам, зубы, стоматология, коммунальные услуги, все, что можно было по перечислению делать с этого фонда, каждый месяц я перечислял все до копейки. Когда с Игорем Владимировичем мы расстались, перестали сотрудничать и работать, я перестал проводить турниры память Емца и Жизика, перестал помогать Емцу и Жизику. Ну, так получилось. Тогда помогал, потому что он был рядом. Я считал, что сын, который работает в команде, должен заботиться о своих родителях, от которых у нет, за их семьи. И таким образом я помогал семьям Емца и Жизика. Я считал, что это первостепенно у меня как у тренера, потому что эти люди для меня сделали слишком много в этой жизни, которым я всю жизнь буду благодарен.
От, Микола Петрович, ще таке питання. Якраз згадали, що там металіст мав здати матч. А ось ви, як гравець або тренер, ви стикалися з таким явищем, як адміністративний тиск, коли до вас там приходять конкретно, цей матч треба програти. Там, наприклад, там тому ж московському «Спартаку» або комусь іншому. Таке було? В ролі головного тренера? Або гравця. Взагалі. Когда я был футболистом, я помню, один раз только в Крыльях Советов мы проиграли, выиграли игру и остались в высшей лиге, а потом, когда пришли, раз в месяц давали зарплату и премию. Я прошел расписывать за сумму, а денег мне не дали. Я говорю, а деньги? Говорят, разве не знаешь, вот мою игру эту купили? Вот тогда я узнал, что такое договорная игра, первый раз в жизни своей. За рахунок зарплаты скинулись на перемогу? Все отдали, зарплату и премиальность в 1976 году. В роли руководителя ко мне обратились когда-то руководители Мариуполя в лице мэра города помочь Днепру, Днепропетровской и Донецкой области. Днепр был в тяжелом состоянии, положении, турнирной таблицы, чтобы постраховаться за туров за 6, за 7, у нас уже не стояло вопроса, и мы здесь проиграли вам игру. А потом когда-то обратились руководители Днепропетровской области и города, чтобы Днепр помог Мариуполе отдать игру. Игру мы не отдавали, но вы победили. Я был главный тренер в одной и второй игре. И тогда, и тогда. Я сталкивался с этим. Но то, что происходило после того, когда я закончил футболом, это не то, что было при мне. Когда эти появились конторы букмекерские, договорные игры, судьи начали во всем участвовать, футболисты. Когда вся команда вместе, это одно. Если из этого, от этого нельзя отойти. А если появляются подлецы, которые 2-3 человека решают исход игры, вот этого я был категорически против. Если я не мог с чем-то справиться, то да, я делал так, чтобы был коллектив. Чтобы не было негодяев. У мене до вас таке питання. Чи виводили ви колись з поля команду у своїй тренерській кар'єрі? Та чи хотілося? І яка найбільша футбольна суддівська несправедливість була у вашій кар'єрі? На зборах, знаєте, на зборах, коли команда от приїжджає, ми договорилися, там же погода, грязь така, все остальное. От ми ждали одну команду іностранну якусь, вона приїхала на полчаса позже, потом они еще разминали, там еще дождь, поле, погода. А потом они посмотрели, вышли там в пижамах, что типа играть мы не будем. Я бы был такой злой. Я не знал, что с собой делать. Я матюкался, я кричал, я за этим тренером бегал. Но это я молодым тренером, только первый-второй раз в Мариуполе мы поехали на сборы в Турции. Я готов был убить его, я видел такой сил несправедливость по отношению к моим ребятам. Все, мы же договорились играть, все. Такой в карьере больше я не встречал. Вот приезжают, опоздают или там заранее. Я понимаю. Но вот так, как поступили, я тогда, наверное, мог бы увести команду, если бы они вышли и потом начали что-то делать. По поводу второго вопроса я забыл еще. Найбільша суддівська несправедливість в вашей тренерской карьере? Ну, чтобы так сильно, я так и не скажу. Так, чтобы назвать, не скажу, наверное. Не, слишком много было несправедливости. Можливо, про кого помилка? Є... Ні, такого. Тоді ще одне питання, якщо можна. Чи сумуєте ви зараз ви за тренерською кар'єрою? І якби вам зараз, якби ви могли вибрати якийсь клуб зараз з УПЛ, який вам найбільше привабливий для вас? Я багато раз говорив об этом після того, коли я офіційно об'явив, буквально за 2-3-4 місяці після того, коли я не працював. И все время мне задавали вопросы, звонили, просили сказать, или какие-то были приглашения. Я все время отказывал, потом я понял, что нужно мне принять решение, или да, или нет. Потому что отказывать неудобно, вроде бы, в переговорах там каких-то. И я сделал такое объявление везде, в средствах массовой информации, дал по поводу этого много интервью желающих. Много тогда, мне было всего лишь 60 лет, 61. И с тех пор ни разу не пожалел о своем решении. Я просто действительно вот эти моменты, которые рассказываю, я не думаю, что какой-то тренер за свою карьеру будет заниматься такими организационными вопросами, которыми занимался я. Это же маленькая толика этого, что я вам рассказал. Я только в одном клубе не занимался хозяйственными делами, это «Динамо Киев», когда я был исполняющим обязанности. Мы договорились, что я доведу до конца чемпионата. Команда должна стать чемпионом, а потом я опять вернусь
на начальником команды. Вот единственное тогда. И тогда я не решал вопрос организационного характера, но там их просто не было. Киев был на порядок по организации, тогда еще не было «Шахтера», который был с опережением всех, с приходом Григория Михайловича Суркиса, инфраструктура и все остальное там было на таком уровне, что в Украине вряд ли кто-то с ними мог сравниться. Только вот потом теперь уже «Шахтер» стал таким более клубом. Дуже дякую вам за відповідь. Спасибо за вопрос. Так. Ничего, у меня все эксклюзивы. Да. Николай Петрович, мы с вами сейчас сидим, а там воет сирена. Вы в своей жизни играли за «Динамо Брест», за «Динамо Минск», за «Крылья Советов». После, понимаю, что у вас там друзья, все-таки кусок жизни там остался. После того, как началась война, какие-то связи, телефонные звонки, разговоры были или, может, они сейчас продолжаются? Признаюсь, один человек, с которым я играл в Минском «Динамо», учился в высшей школе тренеров, работал маленький период времени в Херсоне, это Анатолий Байдачный. Я с ним продолжаю до сих пор общаться. Мы никогда не говорим о политике, мы ни о чем не говорим. Те годы, которые были связаны у меня с ним, как футболист, как тренер, как человека, я был на его 6-летии, был на 65-летии, когда не было войны, не было все остальное. Он приезжал ко мне с покойными Пудышевыми, с Курнениным, гости. Они тогда приезжали. Курненина нет, Пудыша нет. Там человек 5 уже умерло, людей, с которыми, может, тогда и меня связывали более близкие отношения, чем с кем-то. Но с Байдачным до сих пор мы на связях. Я его там иногда, ну, что-то такое пытаюсь, а потом... Ну, мы решили на эту тему не говорить. Я не могу выбросить из сердца то, что мне близко. И еще единственный маленький случай. И еще один маленький вопрос. Если бы не футбольный тренер, кем бы вы стали? Честно, не знаю. Вот честно, я тогда все время анализирую. У нас в Минском «Динамо» был врач Дмитраков, такой бывший военный, с таким определенным жизненным статусом. Кто-то из его семьи были там, воевали, партизаны, там много такого, партизанский рух был, знаете, знаменитый в Беларуси. Он любил так рассказывать нам. Он человек вроде бы не с футбола прошел, его Малафеев тоже как человек оттуда вроде бы, знаете, таких людей подходил, которые... Многие над ним смеялись, многие смеялись над его афоризмами, всем остальным, а я воспринимал это вот таким открытым ртом. Малафеев? Малафеев, да. И вот его помощник, он тогда, он как-то... Говорил мне, что я могу с кем-то стать, но в большей степени я даже не знал, что это профессия. Но теперь уже по истечении многих лет я могу себе дать ответ, что я, по большому счету, очень коммуникабельный человек. Потом где-то прочитал, где-то узнал или где-то к этому пришел, что вы же помните, когда в космос начинали только летать люди, когда летали с разных стран, то самым главным критерием, по которому определялись, это коммуникабельность. Находиться где-то в пространстве, в закрытом, с людьми, с которыми ты был незнаком, а там находиться столько времени. Представляете, сколько бытовых проблем могло случиться, вплоть до конфликтов, всего остального, если человек не коммуникабельный, не находишь, не можешь найти общий язык с людьми других профессий, вероисповедания и всего остального, то тебе нечего делать в профессии, которая требует общения с людьми. Поэтому, наверное, нашел бы все равно себя, где можно было общаться с людьми для решения каких-то вопросов. Микола Петрович, у меня... Мабуть, прості або і ні питання стосовно вашого перехіду до Дніпра у якості гравця у 1983 році. Як відбувся цей перехід? І завдяки чому Дніпро все ж таки зумів зробити той космічний стрибок з команди середняка радянського чемпіонату до золотих медалей? Ви знаєте, я вірю в судьбу. И мне помог футбол в этом убедиться. И потом уже не страшно ничего. Вот после того, когда я в некоторых моментах пришел к тому, что от судьбы человек не уйдет. Привожу просто путем цифр и сравнений. В 82 году я оказываюсь в Черноморце. Просто в 82-м. По итогам 82 года команда занимает, борется там за выживание. Днепр занимает в 82 году 9 место. Из Днепра я ухожу в 82 году, из Минского «Динамо». Минск занимает 9 место.
в 92-му становится чемпионом. Я не должен был уходить с Днепра, если не по состоянию здоровья моей жены. Мне там все нравилось, все устраивалось, я был незаменимый игрок основного состава, и ко мне очень хорошо относились руководители там, которые меня заявили, у меня была дисквалификация пожизненная. Я бы оттуда не уходил. И я ухожу потом, год не знаю, что делать, ухожу в Днепр, и с 9-м места на следующий мы становимся чемпионами. Я понял, что судьба меня должна была в Минске наградить этим, наградила здесь. Я не уйду никуда. На следующий год Динамо Минск занимает 3-е место, 2-е. И мы, Днепр, в следующем году занимаем 3-е место тоже. И я в этом чемпионате сыграл ровно 50% игр, самому 17 или 16, которые гарантируют... 19. Которые гарантируют получение медали, звания этого. И потом травма, я не играю. И я еду, меня берут с собой Емис и Жизник в Минск. Чтобы я просто был рядом с командой. И я рядом с командой. Мин за этот год не проиграл ни одной игры в чемпионате. Дома. И мы их обыгрываем. Таран забивает гол. И я становлюсь тоже бронзовым призером чемпионата. Я заслуживал этого и там, и там. И я его все равно заслужил. Потому что продолжал верить в то, что я... Не зря же играю в футбол. Можно проиграть всю жизнь и не быть чемпионом, не завоевать какой-то титул и тренер, все остальное. Тебе всю жизнь потом ты будешь говорить, ну я играл в футбол, я тренировал. А что ты выиграл, что у тебя есть? И я счастливый человек с моими данными, характеристиками. Я стал в Советском Союзе чемпионом страны. В Минском Динамо играл центрального защитника большую часть времени. В Днепре иногда был опорного и правого защитника. Ну такое, потому что там были хорошие защитники. И от судьбы никуда не уйдешь. Поэтому... Вопрос, если так скажу. Сам Дніпро, це завдяки чому? Вибрав. Стрибув в космос. Так, да, скажу. Думаю, що велика заслуга здесь не Ємця, Жизика. Хоча я тренер, благодарен Ємцю во многом. Но то, що в Совєтському Союзі зробив Жизик в Дніпрі, а потім в Запорожжі, создав хозрасчетні клуби, цього не зробив ніхто. И это я говорю не потому, что я смотрел все время на Жизника и на собраниях, как все. Я с Жизником провел столько времени много. Когда учился в Москве, он проезжал в Москву с одной рукой. Я его встречал в аэропорту, на вокзале, ездил с ним в гостиницу, покупал ему сигареты валютные, потому что ему неудобно было. Я ходил и покупал валютные эти сигареты, он курил там Мальборо. Потом приходил к нему домой, раздевал его там. Одежду его взвешивал, все остальное. И утром потом приезжал, его забирал, все он 2-3 дня. И потом, когда он уезжал домой, он уезжал, я его провожал, он мне все время давал деньги, там 100 или 200 рублей. Я не брал первое время, пытался не брать. Ну, как у него не возьмешь. И он мне это все время давал. Потом, когда был момент, он не работал, ушел здесь. У них такие обстоятельства были, помните, жизнь не работала, еще не там, а вот уже не работал. Его убрали, все говорили, на заслуженный отдых. Я еще помню, приехал, и мне попросили на трибуне, чтобы я должен что-то сказать. Жизник уходит, знаю, что он не должен уходить. Он не хотел уходить, там вот так сложилось, и он ушел. И я даже до трибуны ничего не сказал, сказал спасибо, не мог сказать, потому что знал всю правду. И я к нему приходил, когда учился в высшей школе тренер, когда он без работы был, приходил к нему, Валентина Яковлевна готовила чай, и мы там по 3-4 часа я сидел у него, он курил, и что-то мне все время рассказывал, что-то говорил. Мы все время беседовали. Из вот этих бесед я узнал, знаете, сколько много, что ой-ой-ой. Я вам сейчас больше скажу. Один раз я думал, что я Жизника совсем не знаю. Я пришел, когда в Никополь. Жизника нет, теперь я могу это сказать. Я не мог это сказать, потому что это дошло до него. Я оказался в Никополе. Не хочу говорить как, потому что я хотел в Днепре, а потом я обиделся на них, ушел. Это моя ошибка была. Но я оказался в Никополе. Я беру на работу, там тренер был, и беру Ємця Игоря. Я Игоря не знал совсем. Ну, когда он проезжал сюда, он дружил с Тараном, там, с Лютым, он молодой парень совсем. А так как он в Никополе, и я с такой миссией, Владимира Александровича нету. Семья уже, надо помогать. Со мной это все время движет, когда мне кто-то сделает хорошее, я всегда хочу дать больше, отдать это этой семье. И я беру Игоря на работу. Там было в райкоме, там, в райисполкоме, все против были. Я думаю, удивлялся, он же пацан молодой, почему против? Ну, видимо, там фигуры отца не давало кому-то много лет спокойно жить, что он из колхоза таких высот добился, отец его. И я потом прихожу к Жизику и говорю, он мне говорит, Коля, ну что там,
хто там працює? Я говорю, Овчаренко там адміністратор, а хто? Тому говорю, Ігор, он мені одразу, зачем ти його взяв? Я думаю, мені скажуть спасибо, поблагодарить мене, зачем ти Ємця взяв? Ну, сина його, говорю, ну там же ж Владимир Александрович ще нет, у нього зарплата в детській школі какая-то, будет получать, помогать сім'ї, все остальное. А он тебе поможе? Он мне говорит. Я говорю, ну, надеюсь, поможе. Вряд ли. У него характер, как у папы. А какой характер, как у папы, знали только они. Я же Ямца знал. Молился, смотрел, я же не мог с ним. И вот эти все жизненные вопросы, которые он мне по полочкам раскладывал, по истечении его уже много лет жизни нет, а его уроки до меня до сих пор доходят, что так думал он. И он всегда во всех моментах был прав, а я был нет. Дякую, Юра. Ну, послухаю вас, Микола Петрович, дуже цікаво, але ви не тільки щасливий, ви ще й фартовий. 100%. Але фарт одного разу від вас відвернувся в матчі збірної Радянського Союзу і Федеративної Республіки Німеччини. Це не фарт. Що це було? Розкажіть, як це було? Ви особливо не розказували про це. Це дуже неприємна травма, яка поставила хрест на вашій кар'єрі. Совєтський Союз був, що там в газетах щось писали, щось не писали. Але я знаю, покійний був комітет Перетурин. Ви знали, які наші відносини з Перетуриним були? І Володимир Олександрович, і Геннадій Фанасьович, вони тут все время у нас і жили. И с Львовом Ивановичем Яшиным они приезжали к нам на базу, все время ходили, смотрели. И мы с ним в автобусе оказались, установка, и садимся в автобус. Сборная ехала, в то время было, и журналисты ехали с нами. И Перетурин сидит рядышком, меня. И Владимир Иванович мне говорит, Коля, да тебе лица нет. А я ему говорю, у меня дед был, я его не видел, его погиб во время Великой Отечественной войны. Я говорю, у меня дед погиб на войне. Он мне говорит, а это при чем? Я говорю, я не знаю, что я буду делать сейчас на поле. Вот так я был настроен на игру. И во время игры один, второй момент какой-то такой, я помню, я успеваю, в Украине, в Советском Союзе я успеваю. На опережение играть, там, корпусом играть, прикрыть, головой. Все, вопросов нет. Тут, куда я не подберусь с какой-то стороны, я опаздываю. Фёллер. Ему там 18-19-20 лет был звезда выходящая. Скорость я ему проигрываю. Там таких футболистов просто тогда еще не было в Советском Союзе. И раз, два, ошибся. И думаю, вся страна будет смотреть на меня, как я там задницу ему целую и все остальное. Блядь. И вот разбежался в одном моменте, сзади не успел, сделал фол, получил желтую карточку, он всей массой сел на это. И меня унесли, с тех пор я уже практически в футбол не играл. Доигрывал, но не играл. Это просто дуже, было то, что я настроился, перестроился. И оказался чисто физически уровню такого футболиста, я был просто не готов. Я признаю эту ошибку. Это как Валерий Попельчин рассказывал, когда финал Берлина. Бокс. Да, он говорит, я вышел, а он с Воровского училища и все. Он говорит, я стоял как представитель Советского Союза, а тут вокруг одни немцы. Говорит, что я должен был делать? А наш старописный член Савченко тоже вот сколько рассказывал таких моментов. Покойний Султан Рахімов. Давайте будемо закінчувати офіційну нашу частину. Частину я ще одне питання задам. Дуже просте і дуже складне питання. В чому різниця була між величчю Ємця Жиздика і Кучеревського? Це ж різнопланові тренери, різні тренери, але ж вони легендарні, і зараз легендарні. І можете якось порівняти чи не порівняти їх? Як ви вважаєте? Мне очень сложно, понимаете, когда касается тренеров, я же тоже тренер, я никогда никого не обсуждал. А тут, если коснуться именно чисто их профессиональных, то, естественно, тут будут какие-то предпочтения отдавать. Но в роли у Ямца я был футболист, это одно. У Мефодича я был помощником, это совсем другое. Но я знаю, что я буду всю жизнь благодарен одному и второму, что тот дал мне возможность футболистом оказаться, а Кучеревский вернул меня в Днепр в роли помощника, а потом главного тренера. Что их объединяло, есть чисто человеческое такое, что они вот с большим чувством такого юмора, еще одного, второго, но
После Ямса жизнь Кучерский немножко проигрывал, потому что он много лет работал с Ямсом, у него были такие похожие на... Я его все время сравнивал. Так и Владимир Александрович, что ты такое говорил. Что ты говорил. Но я уже как-то стал постарше, когда был с Евгением Мефодьевичем. Я помню, когда вот он оказался без работы, был такой период, он оказался без работы. Потом ему Андрюша Побелков, он тогда не был, я его только тогда узнал. Он его взял в школу где-то, он возглавлял какую-то школу, по-моему, он взял. И мы в Ялте оказались на сборах. Первая команда и Кучеревский там все вместе. Ну и мы потом вместе встретились. И потом был период, он вообще, вот как-то Кучеревский никому оказался не нужен. А мы ехали командой в Ялту, в Феодосию, в Евпаторию отдыхать летом с семьей. Собственно. У него семья где-то была. И он как раз появился. И мы встретились, я говорю, Мефодьевич, поехали с нами отдыхать. И я его забрал с собой. И это был один из последних моментов, когда я с ним уже так плотно-плотно дружил, общался. А потом он стал спортивным директором. Как-то так получилось, что он уже, ну, не было у нас такого тесного контакта. Из-за того, что когда-то вот, в те годы, когда я работал, когда Михаленко Дима должен был, он с ним... Ну, просто опять такой случай. Жиздика Света, мать, ой, дочка, по улице идет, и там телефонной будки, не было этих мобильных телефонов. Она проходит мимо телефонной будки, и Дима в ней разговаривает Михаленко. И она остановилась и послушала, с Мефодьевичем разговаривает о переходе в Москву. И Света мне потом звонит. Говорит, Николай Петрович, вот такая ситуация. Я утром приезжаю, думаю, сейчас завтра я... Приезжаю на базу, а Михаленко уже на базе сидит. Говорит, Николай Петрович, я хочу с вами поговорить. Я так думаю, вот как пазмы складываются, да? И приходит мне и говорит, что был звонок. Я говорю, а что ты в телефонной трубке разговаривал? А он говорит, Мефодьевич позвонил на базу, его позвали телефону. Он подошел, а его голос же Кучеревского, многие знают, в службе писал, знает. Дима, иди, тебе там Кучеревский звонит. Ну и когда он подошел, Мефодьевич ему сказал, видимо, давай перезвони мне по этому самому, с другого телефона, с городского или что-то. И он потом пошел звонить, и все, пошел. И Дима мне рассказал ситуацию. Конечно, у меня немножко какой-то был еще осадок, потом какой-то журналист Ильченко, тут такой Дима, по-моему, «Спорт-экспресс», такая модная газета была. Он как-то нас свел лбами, у нас была такая, между нами все. Но потом мы помирились, мы до конца дней последних, и с его дочкой Тамарой Васильевной мы продолжали дружить, и отношения наши продолжаются в телефонном режиме. У меня Иван Дмитриевич Балан всегда не дня рождения Тамары Васильевны, чтобы ее не поздравить или там не позвонить, передать от нас воспоминания хорошие. Як справа у Жені Похлібаєва? Може, ви там спілкуєтесь з родиною? Що він, як? Это еще одна больная тема, и я хочу сказать спасибо, что вы ее задали. Я думаю, для днепропетровских болельщиков будет интересно узнать. Я помню момент, когда это уже случилось, когда он был болен, и тут на базе нас собрали ветераны, или 30-летие, я не помню, какой это был это. И приехала мама Жени Похлебаева. Подошла ко мне и говорит, это уже лет 5 после того, когда с ним это случилось, или больше даже. И говорит, Николай Петрович, я первое время вас проклинала. Когда вот это все случилось, что он поехал с вами в этот самый, в Киев. Но как мать скажу, прошло какое-то время, я вам благодарна, что до сих пор, и я могу подтвердить сейчас, я когда мне звонит Григорий Михайлович Суркис, я никогда не забываю сказать ему спасибо за то, что они помогают семье Похлебаева. За то, что помогают тому же Коновалову, у него было артроз там какой-то, 150 или 200 тысяч гривен, к нему позвонил Коновалов, он единственный, сразу оплатил ему и реабилитацию, и все остальное, те футболисты, которые ушли. Представьте, эта ситуация случилась бы, болезнь здесь, в Днепре. Кто-то из Днепра такое время заботился об семье Похлебаева? Думаю, нет. Мама иногда мне, когда я работал в Полтаве, они же с Полтавы, знаете, мама приезжала, когда приезжала Женя, я как раз еще матч ветеранов какой-то сделал, Женя там футбол поиграл, мы там порадовались все, поддерживали все.
Иногда мама мне звонит, говорит, что это все нормально. Я спрашиваю, вопросов нету по Динамо-Киеву? Говорю, нет, спасибо, если бы не... Все, всегда это напоминаю. Я говорю, а как Жене кто-то помогает? Она говорит, есть какой-то там сосед болельщик, который жил в этом доме, они возле зоопарка там все получили. Он его, когда надо обследование, куда-то все возить, он ездит, помогает безвозмездно. Все вот эти все вопросы, они открыты. Его состояние по-прежнему такое, что он может гулять, разговаривать. Тот же Коновалов приезжает, Серега единственный, который с ним там. Его жена там, Коновалов развелся, жена его осталась в том доме. Он к детям приезжает и заходит Сережа, и Жене с ним ходит, гуляет. Он иногда вспомнит, вот, для меня, когда касается обо мне, он сразу маме говорит, надо взвеситься. За вес, он вспоминает, надо взвеситься. Смешно такое, но вот у него осталось это в памяти, что он это, об этом вспомнил. А то, говорит, Николай Петрович будет ругать, надо побегать. Когда мы встречаемся, мы обнимаемся, целуем, он меня всегда узнает. Она говорит, это немногих он столько лет не видит, и вас всегда он узнает. И когда по телефону я звоню вам, он берет трубку, мы там что-то поговорим, вот такие наши отношения. И такое его состояние. Дальнейшего там никто не дает никаких гарантий. Вот такой он будет взрослым, к сожалению, ребенком. Ось такие чудовые книги. Прошу, ну, одну для меня особисто подписать Дмитру Москаленко. Ну, а іншу, на інший просто автограф залишити. Тут просто автограф. Можете дату поставити? Сьогодні, яке сьогодні число? Наступного дня після вашого 74-річчя. Так, 25, 21. Я хочу вам сказати большое спасибо. Я немножко переживал, нервничал, потому что я давно с таким большим количеством людей, которые все знают, не разговаривал. Мне только неприятно, что вот эти вопросы, которые мне неприятно, с той стороны, что я же не продавал и не покупал футболистов, которые уходят отсюда и которых покупает Киевская «Динамо». Если по поводу Ковальца это правда, это знают только они. Я этого не знал, честно. Я это не знал. И то, что футболистов взамен этих пяти... Было 10 кандидатур, мы это обговаривали с Григорием Михайловичем Сулки. Но тут был Лысенко, после меня оставался, Саша. Он не принимал никаких решений. Его поставили, вернее, оставил я его, а его поменяли буквально через какое-то время на немца, которого пригласила Бакай привез. И они там все решали, там тренеры ничего не принимали, никакого участия. Так что я этого тоже не знаю. Я поэтому прошу, чтобы, может, так вам ответил. Не знаю. Доброго, Петрович. Ми, спасибо. Друзі, ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нас сьогодні і відверто відповіли на наше питання. Це дуже приємно. Я хочу від наших журналістів, від нашої асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області побажати вам здоров'я, творчої наснаги. Ви дуже активний, творчий чоловік. Працюєте далі, радуєте нас, футбольну спільноту України і нашої Дніпропетровської області. Дякую, підемо переживати за нашу збірну. Друзі, це був черговий проєкт нашої асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області «Спорт Медіа Клаб Дніпро». Я вам всім дякую за спілкування і побачимось обов'язково. Все на кращому.